инвалидов. Убрал от куша, убрал от бувин. Чего я гипс вороги. А блин, апсвазыки, а еще вчера шумы кругом все гимны пиво. И Рамазорова, и Хозабра... На воскресенье, Таурчи, Таур, Рызенбеге. Тишину сделайте, пожалуйста. Рызенбеге. Апсвазас, рухуя, я записываю. Апсахи, у ней на хуя асфальт. Трое погибших у нас. Да. Братья, ну моих дядек. Их дерни, псутас и трос. И сказал, значит, убрал ли псуахи хен, убрал ли нахи диваха хен, убрал ли нахи кунагал ли псазар зибну бис охи. Рыч бы сюжу бисю. И хеги халы бы. Сары бы хшу, халы бы зар. Саши не халы. Петь, и того бы дозин было. И хен, значит, уйру бзиок, унамис бзиок, кунагал бы бдол, не дрема. Амин. А вы стили, что он сам хшу ваши стал, о? Он жену, жену. А это вот. Бля, да видео бы же взяло. Он может и давить, и чешех тиро. И чешех тиро, и чешех тиро. Боже, амдыры. Сай шейх тиро, и чешех тиро. Кимда я хочу сюжет, и сам. И так до смерти, и со спорами всех, и сай. Петя Мажоров, Сергей Ипатьев, они все видят. Тау, 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 мы с тобой ровесники. Спасибо. Эй, обди руки, да. Ты прекрасный человек. В нашем обществе ты участие принимаешь с детьми, спокойной супругой, история твоя, твоя родина, еще в царское время, когда мажоры сюда переехали, сперва они в Ацах корни начались, да, Ацы, потом наши корни. Музахва, Музахва, да. Наш Гудаутский район. Это Ация, это да. Отсюда туда. Отсюда потом, туда, кто... потом все равно. Ну, и сегодня в Бамборах, туда поехали. Где мы сейчас сидим, у Давида до Саня. Нет, 2-3 человека. Мы приехали. Соседи близкие. Двое дети, двое супруга покойная. И еще все. У нас одно хорошее и плохое, мы вместе делим. Да, ты да. Почетный участник всего дела. Возраст, ты участник, инвалид войны. У тебя много друзей, ты авторитетный человек. Я сегодня напомню, 15-16 мы тоже на Гумистинском, мы встретились. Ты уже раненый был, ты еще мне поправил. Это помнишь. Ты замечательный человек. Здоровья тебе. Спасибо. В нашем возрасте здоровье, здоровье, здоровье. У тебя есть внуки, внучки. В конце концов, что... За плохое, вот за все невзгоды в жизни, я и там говорил в слезах, ты это помнишь? Да, да. А сегодня есть за кого там на радость встретиться, да, да. Чтоб ты это все застал. Да. Я да. Это очень хочу. Ты уважаемый да, человек, да, будь таким. Спасибо. Ты имеешь такие качества человеческие на редкость. Спасибо. Почему? Потому что ты ветеринар первой категории. Сколько раз к тебе, ты уставший приходишь, я как не позвоню. Ну что, приду, Славик. Профессор. Подъезжаю, приходишь, профессор. Все. Апсуа, так, в старость в мире так говорили. Арухуеву, пси и баджу. Да. Если у меня дойная корова заболела, благодаря тебе она еще оздоровела, значит и мои дети сыты, и я сыты, благодаря тебе. Вот тебе очень много знаний, ты работал. Одним словом, удачи тебе. Ты гражданин Абхазии. Он пить не пьет, я при чем? Нет, я сир, сир, а сир, сегодня со мной наравне пьет. Наравне пьет, видишь? Сыр дал, говорю, сыр. Сыр пока не... Сыр на базаре, пусть купит. Вот, Мария, тут три сына разве что не было, от них останется. Там жил я. Там жил я. И тому спасибо большое, Славик. Спасибо, спасибо, мой золотой.